Молокосян, вот то, о чем я говорил Олег, что вот эту сильную ударную технику там, да. Да, ударные техники. Ну, действительно, да, это дело маркетинга. Что-то... Ну, еще про Косяна не правда, что ли? Все это, что... Правда, что, почему что правда? Помогает 90%. Самый... Процентность, понимаешь? Везде никто не договаривает, какое количество процентов. Также и про Вангу тоже можно сказать, что вот она там, ну, там раскрученный пиар вокруг нее, да, что она там все предвидела. Да, на самом деле, когда начинают сравнивать, сколько совпало, да, это всего лишь процентов 40-50. Да, это способности выше, чем у обычных людей, да, но это не значит, что вот все прям совпадает. Также и у остеопатов, у вот этих вот крупных клиник, да, какие мы там же перечислили, Касьяна, Бубновского, Дикуль у нас остался. Дикуль, да. В каком-то степени, да, это сбор денег больших. Я, кстати, делаю, ну, у меня прием гораздо дешевле стоит, чем даже вот в местных каких-то тут клиниках. Люди ко мне приходят, ой, так дешево, а мы не знали. Потому что, не знаю, может быть, потому что я еще не научился цену себе набивать. А может, потому что мне кажется, что, ну, а что это, ну, просто, видишь, все такое простое. Ну, да, давайте, маркетинг это дело лично, да, каждого, да, наверное, немножко потом об этом скажем.